Согласно поручению президента Украины Виктора Януковича, к концу 2013 года все задолженности на государственных предприятиях должны быть погашены. Об этом напомнил всем собравшимся на заседании специальной временной комиссии заместитель председателя госадминистрации Дмитрий Белик. Мы сейчас, да, я тоже вижу тенденцию, на порядка 3 миллиона, вдруг 2,5 миллиона у нас пошло погашение за счет определенной работы, которая проведена, в том числе с нашим революционным предприятием, просто это уменьшило, немножко уменьшило настолько свой проект, задолженность и так далее. Нам нужно решать, у нас 2,400 практически государственных предприятий. В основном не платят зарплату на предприятиях Гагаринского района. Это 74% от общего количества общегородской задолженности. Но на заседании комиссии отметили, денежные обязательства перед работниками Севастополя постепенно снижают. Уже 10 предприятий погасили все свои долги. С 2013 года в списке было 11 задолженников, то на нынешнюю дату их число составляет 6. В том числе произошло сокращение предприятий должников с государственной формой собственности. С 3 предприятий до 1. А вот в Пенсионный фонд Украины Севастополь задолжал 8,5 миллионов гривен. Главный неплательщик – Нахимовский район. Его долг – 2 миллиона 770 тысяч гривен. Лучше всего ситуация обстоит в Балаклаве. За ней остается всего 955 тысяч гривен. Назвали на заседании предприятия, которые постепенно выполняют свои обязанности перед Пенсионным фондом. На начало месяца, на 1 июля, задолженность была 9,5 В плане, точно так же, как и по заработной плате, полностью расплатилось предприятие Севастопольское авиационное и проплатило текущие платежи. В целом же специалисты отмечают, ситуация с погашением задолженности и выплатой страховых взносов в Севастополе улучшается. Святослав Данилов, Виктор Кислицын, программа «Наше время».